Anywhere in the world. Итак, финальный забег. Руслан Вайзитов, Кирилл Симаков, Вячеслав Соколов, Иван Нестеров, Руслан Гевитянов и Иван Тухтачев. Нестеров вчера в забегах наделал много шума, показав 1:47.69. У нас так в этом году не бегали быстро. Сейчас он бежит вторым пока. Двадцать семь секунд. Пока не быстро. Ну да, похоже, мужчины повторяют. Лидирует Руслан Вайзитов, Татарстан. 54.13. 400 метров. Два блондина. Ну что, ясно, что высокого результата не будет, идет тактическая борьба. Кто кого? Нестеров второй. Нестеров пошел вперед. 1:21.40. Иван Нестеров пытается оторваться за преследователей. Но там еще Тухтачев есть позади. Финиш. Давай, давай. 5:48, кошмар. И на результат потом. Катастрофа.